Передвигайся на монтаж через реку. Никогда такого не было, наверное. Поликарбонажу прикатили, прикатили. Часть разгрузили. Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 3М. Начинаем. Брус уже клиент сам собрал. Все, приступаем. Продолжаем монтаж теплицы арочная 3М. Собрали каркас. Обшили торцы, закрепили к основанию. Перекрываем формуги, двери. И все. Продолжаем. Закончили монтаж теплицы. Теплица арочная 3М. 3 метра в ширину, в длину 6 метров. Конструкция свалена с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, в дверях торцах 20 на 40. Примерно порошковым способом окрас. Коричневый цвет, цвет шоколад. Поликарбонат 4 мм, 0,75 плотности. Сотый поликарбонат защищен перфоленой торцевым профилем. Везде. На торцах уплотнительная резинка. Над дверью козырячек, отлив. Фундамент клиент сам сделал, брус 100 на 200. Закрепили, все ровненько. В теплице установлены укосины для жесткой кости конструкции. Две коньковые формуги на ручном управлении. Также в торцах две цельные двери в обоих торцах. И в теплице еще по центру арка в виде фермы для большего усиления. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте комментарии, заказывайте наши суперские классные металлоконструкции. Теплицы вот такие надежные.